В Тюмени задержан подозреваемый в краже электроники. В полицию поступило сообщение о том, что из магазина похищен товар. По предварительным данным, сумма ущерба составила около 107 тысяч рублей. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 23-летний местный житель. Молодой человек признал свою вину и рассказал, что увидел, как продавец положил ключи от витрины с гаджетами на стол. Он незаметно взял их, после чего похитил два телефона и две пары беспроводных наушников. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.